Всем привет! С вами я. Вы на моем канале Вася Толстый Симс. И как обещала, сниму обзор на куклу Тиффани. Вот она у меня. Так, что значит хотела бы показать? То же самое, как и Чаки, состоит из винила. Компания несколько, то есть стоит примерно так же, как и Чаки. 10 тысяч доставка и без доставки 7 тысяч с лишним. Прошивочка, как всегда, густая. Люблю Неску Тойс. Они хорошо делают куклочки. Вот Чак вот здесь стоит. Вот. Что по поводу нарядика? У меня вот есть такая кожаная черная куртка из кожи. И белое свадебное платье. Вот. Есть боты. Они так же, как и у Чаки. Они снимаются вместе с ногами, они не надевные обувь. Это, то есть, если вы снимете ногу, то ее уже не будет. То есть, вот, ну, поняли, да? Также у нее отличается от Чаки то, что у нее есть маникюр. Вот, маникюр. Видите? Ну, или, естественно, личико. Реснушек у нее нет, есть зато темные тени, ресницы, они настоящие, зеленые глазки, в отличие от голубых у Чаки. Ротик веселый, задорненький такой. Так, ну единственное отличие от фильма, то что у нее бордовая помада, а в фильме была у нее черная. Да, волосы блондинские такие, прошивочка тоже хорошая, хотя не такая густая, как у Чаки. У Чаки, по-моему, лучше просто прошивка. Но у нее тоже достаточно густая. Вот здесь вот так вот прикладите, все. Так, ну да, от компании Меска. Здесь есть татушка. Вот здесь. Так, вот так. Так, я что-то ее... А, здесь колье мешает. Да, господи, колье, вот татушка, Чаки, сердечко с ножом, и колье в виде ее подписи Тиф. Сама кукла хорошая, тоже одна из моих любимых. Купила я ее, не помню где, не в Шотландии, я не помню, по-моему, не в Шотландии, хотя, может быть, и в Шотландии, но нет, я не помню. Вот, и вот такая кукла, так же, как и Чаки, увесистая. Вот, то есть она может стоять без подставки. Видите, у нее подставки нету. То есть она свободна, как и Чаки, может стоять. В комплекте, как Чаки, нож не шел, но вот, только не прилагается аксессуар. Куртка съемная, не на молнии, вот здесь имитированная типа молния, а вот здесь ремешок, чтобы снять это все. Вот, так что вот такая кукла Тиффани. Ну ладно, тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.